Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидеон, и мы продолжаем проходить Days Gone. Итак, мы остановились на том, что Лизу украли, и украли, как всегда, какие-то засранцы, а мы, дорогие друзья, направляемся на ее спасение. Но перед этим я хотел бы попробовать вот здесь вот вброд переехать. Здесь у нас есть какой-то небольшой лагерь. Тормози, боже мой. С тормозами у тебя, конечно, плохо. Все время получается. Что здесь есть? Здесь есть штакет. Ну и что-то я больше здесь ничего интересного не нахожу. Все уже украдено до нас, как говорится. Очень мало бензина у меня. 13 бензина. Никакой канистры тут не предвидится. Походу, я снова скоро встряну без бензина. Очень надеюсь, что... Ага, сюжетная линия «Конец света», блокпост Неров, Хорс Лейк. Возможно, на нем я смогу найти как раз-таки нужное мне топливо. Топливо еще, конечно, есть вот здесь, но я туда не дотяну просто, ну никак вообще, совершенно. Видите, вот написано стоимость быстрого перехода, а быстрого перехода-то и нету, потому что невозможно. Так, друзья. А едем мы сюда. Спасти Лизу от упокоителей. Эти конченые ублюдки. Я не знаю, что с ней сделают. Точно, ребят, ничего хорошего. Ладно, тут можно спрыгнуть, я думаю. Давайте гнать, что есть сил, пока есть бензин. Черт. Нормально. Нормалек, брада. Нормалек. Так, затарахтел. Затарахтел мой мопед. Все, бензина нет. Ой. Нет, куда угодно, только не туда. Ладно, я там пролечу как бы спокойно, но у меня бензин кончился, и залететь в Орду без бензина? Да, вот этого бы я точно не хотел. Угу, и тут еще... А, ну как раз тут сюжетный момент. Конец света, задание. Черт побери, что мне делать? Да, я еще думал, сейчас блокпост этот освобожу. Ну да, конечно, освобожу сейчас. Без бензина-то я освобожу его. Без оружия освобожу. Я же, блин, бессмертный. Так, ладно. Что мне делать? Попробовать здесь поискать где-то бензин. Ё-моё. Главное, на Орду не наткнуться. Вот оно. Отличие от всех других игр. Ну, в принципе, оно мне нравится, это отличие от всех других игр. Что ты можешь остаться без штанов просто. Так, а тут чего? Техника. Ё-моё. Не говорите, что вы меня увидели. Блин, это же... Это горючее. Это грузовик с горючим, понимаете? По идее, надо их сюда вытаскивать. Наворачивать тут кругаля, взрывать бочки. И вот потихоньку уничтожать всю эту толпу. Патроны. Ну, наконец-то. Ну, что там, 10 пистолетных патронов. Особо радоваться нечему. Так. Я не знаю, где они. Ну, в принципе, можно очень даже по-хитрому. Что это за... Что за звуки? Серьезно, камон, игра. Думаешь, мне недостаточно стрёмно? Ты еще начинаешь такие звуки издавать, как будто они приближаются сюда.
Так, а это взрывчатка, да? Да, это взрывчатка. Ну вот здесь надо гонять с ними. Тут куча бочек, куча взрывчатки. Надо наворачивать круги. Здесь залезть нельзя. Мне кажется, они уже на меня загрелись. И здесь тоже нельзя залезть? Как мне туда попасть? Я без понятия. Ё-моё! Мать моя женщина. А у меня еще и выносливости мало. Я подлечусь на всякий случай. Ёлки-палки. Это пипец. Это пипец. Они меня догоняют. Здесь нельзя! Здесь нельзя! Господи! Здесь нельзя залезть! Блин! Ну я откуда знал-то? Ё-моё, вы чё, охренели? Запаса сил еще нет. Нифига. Ага, оттуда еще. О-о-о! Мамочки. Жесть. Так, сейчас восстановим. А-а-а! Жестко. Я попаду на крышу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, у вас тут до задницы. Так. И чё, никто даже не загорелся, блин? О, чёрт возьми. Вот это трэш. Так, лечимся. Может, тут взрывчатка? И что? И чё они не... Какая-то хреновая взрывчатка у вас. Палёная. Так, ладно. Просто я собрал, по-моему, всех тут. Ё-моё! Ну, вот это плохо. Все, сейчас меня убьют. Ой-о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 й. Ужас какой-то. Взрывчатка, я думал, что бум, огромный взрыв. Всех разносит к чертовой матери просто. Не-а. Не-а. Вообще ни капли. Даже не близко. Короче. Дело к ночи. Надо как-то отсюда выбираться, обходить этот блокпост. Может, просто за топливом сгонять сюда? Что я не знаю, как мне еще. Это будет безопаснее. Не то, что даже безопаснее, но... Все. Подожди, куда ты меня прицеливаешь-то опять? Понятно. Меня прицеливаешь по основной линии сюжетной. Жестко. Ну вот мы, в общем, и узнали, как с ними танцевать. Нужно очень много выносливости. Очень много. Потому что она тратится. Постоянно ускорение эти. Да, выносливость я как раз и не прокачу. Слушайте, может здесь есть бензин? Я не знаю. Ну где-нибудь, где-нибудь должен же быть чертов бензин. Проклятие. Что это вообще за место? Сейчас посмотрим. Ну, внизу здесь вряд ли что-то будет лежать полезное. Хотя бы чуточку. А вот что наверху? Сейчас посмотрим. Тут пост обзорный. Да.
какие-то. Аптечка. О, да. О, да. Есть. Есть. Да ты что делаешь-то? Вниз ее сбрось. О, другое дело. Ты. О. А, ну нормально. Все, отлично. Ёлки-палки. Надо было. Вот так. Ну, хотя откуда я знал? Я не знал о том, что здесь есть это место. И, в принципе, можно было только гадать, сколько мне нужно будет идти через лес, чтобы заправиться. Все, теперь садимся. Вот, теперь, друзья, садимся. И по-быстрому сохраняемся. Эту метку можно убрать отсюда. Я думаю, как лучше мне проехать. Здесь хребет. Тут можно только через него попасть. Или же... Ну, нет, это будет не очень. Действительно, поехали по GPS-у. Сейчас там будет очень, очень-очень весело. Как вы понимаете. Так, стоп, здесь надо с другой стороны. С другой стороны. Где-то вот тут, вот эта дорога. Все. Можно, в принципе, наверное, восстановить питание на блокпосту, не агря эту толпу, то есть срезать аккуратно все динамики. Все тихонько заправить, зайти внутрь, получить свой инъектор и двигаться дальше. Так, стоп. Я тут не был. Ох, да? Нифига ж себе! А, так, надо осмотреться. Может, здесь просто проехать можно? Ладно, будем ехать, пока я не встряну. Пока что нормально. Кажется, я здесь уже ехал. Мне кажется, я здесь с этой слизой как раз и ехал. Разве нет? Да, точно, я помню этот блокпост, мы здесь проезжали. Чё осматриваться-то? Да пофиг. Валим. Теперь уже можно немножко подразогнаться. Хорошо бы, конечно, уровень бензина показывался в процентах у меня на индикаторе. Слева от моей головы. Ну ладно, в принципе, и так достаточно ясно, сколько еще много, немного. Появляются иногда такие синенькие кружки на миникарте. Это типа какие-то события, здесь можно что-то расследовать. Но мы уже это проверяли. Обычно это... Ну, это ничего серьезного. То есть можно встретить каких-нибудь засранцев. Они начнут в тебя стрелять. А можно найти какую-нибудь такую начку небольшую, где будут там типа ресурсы какие-то. Ну, что-то такое, в общем. Ё-моё. Так, здесь, кажется, снайпер орудует, да. Эй, как дела? Дела отлично, блин. Кто вы, мать ваша, такие? Это у нас засадный лагерь у пещер Белнапа. В прошлый раз мне удалось здесь проскользнуть. Надеюсь, что и теперь удастся. Опа. Нормально. Гребаные снайперы, как они меня достали. Все. Приехали, наконец-то. Наконец-то я добрался, черт возьми. Фух, время ее взвалять. Сейчас будет экшончик. Приготовились, ребята. Ночью. Гребаные упокорители, куда вы дели девчонку? Если вы ее тронули, клянусь я. Да чего уж там, я вас, твари, при любом раскладе урою нахер. Держись, Лиза, я иду. Ну, это да, очевидно. Помните, мы здесь были? Я, правда, совсем под... А, подожди, так я сюда? Лиза уронила. Уж точно не кто-то из упокоителей. Я ж сюда за живодой приезжал. Маленькие странно. Следы женские, это Лиза. Они протащили ее здесь. Зачем было так тащить его? Если вы что-то сделали, ублюдки, я вас всех до одного поубиваю.
Ты и так их всех до одного поубиваешь. Мы это уже выяснили. Что ты там делаешь-то? А, отлично. Иди сюда, урод. Это мне. Ага. Ищи теперь свой путь. Так, они а... мертвы, урод. Они не вступят в вашу долбаную секту. Пипец. Так, самодельный мачете мне не нужно. Идем дальше. Немного тухло, что я уже здесь был и видел эту пещеру. И мы были даже в этом месте по сюжету. Просто я чуть-чуть на 2 метра дальше прошел и увидел то, что будет дальше по сюжету там. Уже нету такого, знаете, эффекта неожиданности. Воу, боже мой, ничего себе, что они тут творят вообще, просто конченые ублюдки. Нет, уже такого нету, к сожалению. Лучше заранее сразу нажимать кнопку атаки. А, здесь глушитель есть. Так, давайте, во-первых, пистолет. Установим глушитель. Глушителем будет лучше. Здесь он как раз вот и лежит, чтобы я его прям взял и шел дальше с глушаком. Сюда? Они затащили ее сюда? Угу, давай подлечимся, а. Так, пистолетные патроны как раз. Пойду с этой стороны. Ага, опа. Падла с фонариком, ладно. Он пойдет дальше? Пошел. Может, когда развернется, мы его... Так. А, он, наверное, налево сейчас... Боже, что ты там занюхиваешь? Руку свою вонючую. Мне кажется, да. Нет, серьезно. Господи, сволочи, что же вы делаете? Так. Да ё-моё, тут какая-то хрень. Все отлично. Свободные правят миром, да? Мертвые ничем не правят. Нет, она не здесь. Где ты, Лиза? Она должна быть где-то здесь. Я был в освобождении. Был в толпе. Одним из них. Потом я встретил Карлоса и стал частью единого. Я часть единого. Меня отправили назад к началу пути. Я пал. Я не покорился. Он уйдет? Несколько дней провел в собрании свободных. Блин. Их было 1000. Он не разворачивается. По шоссе. Когда они спали, я спал. Мы шли по ночам, сквозь дождь и снег. Когда они ели, я ел. Ничего такого я никогда не видел, не чувствовал. Я был един с ними. Я почитаю Основателя. Он открыл мне путь. Я слаб, он силен. Карлос указал мне... Никто к вам не примкнет! Так, по-моему, вот это я было... я тебя и нашел! Могу путь указать! По-моему, это было идеально, как вы считаете? Супер-мега-факин-стелс. Держись, Лиза. Что бы они с тобой ни делали, ты только держись. Грёбаный камень! Да! За ним! За ним! Пусть погорит! Смету! О, можно типа по-быстрому убить, если... Интересно. Покорись. Ничего не вижу, мать его. Покорись!
найдешь путь. Лиза, держись, я иду. Че ты там отжимаешься? Надо покориться. Все, отлично. Странно, что они как-то всей толпой сразу не начинают меня прессовать. Так, а ты че? Ой, как заманало-то. Хрен прицелишься, боже мой. Как же здесь тяжко стрелять, я не могу. Укрытие. Нужно укрытие. Чё ты достал, невидимый пистолет? Он достал невидимый пистолет. Он освобождён. Поэтому я здесь просто буду вкачиваться в основном на ближний бой, чтобы вот... избегать вот этого бреда. Ты, конечно, можешь пострелять немножечко из своей пуколки, но, боже мой, как это все неудобно. Ага. Блин, в любой другой игре на плойке было легче целиться и стрелять, чем в этой. Не знаю почему. Да, сюда. Наверняка она там. Самодельная мачете. Ладно, мне пока не нужно. На самом деле здесь можно идти, просто их мочить. Вот, ну, то есть, вообще не беспокоиться. Здесь даже не за что беспокоиться. Ты идешь и выносишь их. Я пойду того ублюдка порежу. Хрен он там ходит. Охренел, что ли? О, у тебя даже коктейльчик был с собой. Интересно. Так. Ну, я не пойду наверх, потому что метка здесь стоит. Кто его знает, как игра отреагирует на это? Что я пошел не туда, допустим. Сюда. Они затащили ее наверх. Лиза, где-то там наверху. Опять с невидимым пистолетом бегаешь? Красава. Че это? Это музыка или это у них типа сирена такая? Там какой-то придурок ходит. Че-то он. Лиза, я сейчас. И чего он делает? Что, что ты делаешь? Ты бегаешь с невидимым пистолетом, окей. Что-то вообще не напряжно, ладно. Веселый ты парень. Подлечились. О, вот теперь снайпер. Так. Блин, бесполезно. Есть. Попал. Попал, ну ты никак не подыхаешь. Надо перезарядить. Ты что, прикалываешься? Готов. Есть. Скорее. Я не знаю, кто там стреляет. Сейчас. Так, кто стреляет? Готов.
Готов! 5 патронов осталось. Трэмбл это, наверное, покорись, значит. Хрен знает, если честно. Вот она. Так, ну это было очень просто, если честно. Вперед! Он освободится! Я тебя сейчас освобожусь. Походу, я сглазил. Опа. Ага, ага. Куда ты стреляешь? Я даже не там. Уже иду. Давай, давай, я иду. Так. Тебе не уйти. Ты потерянный. Прикройте быстрее. Сейчас тебя прикрою. Жопку тебе сейчас прикроем битой. Вот так. Ну, в общем-то, это было очень просто. Видимо, патроны я нахожу именно те, которые мне нужны. Без понятия. Так. Лиза, вот ты где. Господи, что с тобой сделали? Лиза! Лиза! Эй! Милая! Нет! Тихо. Эй! 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 Нет! Тихо! Тихо! Молчи! Лиза, это я! Ну, Дикон, помнишь? Дикон! Дикон! Все, тихо! Не бойся, все будет хорошо. Ты цела? Черт, бежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног. Только не останавливайся. Готова? Да? Беги. Опа-на, так. А, это она бежит. Это она бежит со всех, мать его, ног. Просто... я бегу. Наконец-то, блин, хоть бег включила. Ладно, ну и что? Я должен сопроводить ее? А, пофиг, погнали за ней. Я просто не знаю, чего мне... Мне нужно с ней бежать. Почему он тогда сказал, не мы побежим, а ты побежишь? Почему он это сказал? Лиза, быстро, прячься! Мать моя женщина! Тебе не уйти! Ё-моё! Пусть покорится! Покажем ему пол. Сейчас покорюсь, погоди. Он вот. Свободен. Тихо. Я свободен. Словно птица сбитой, тварь, на тебе. Лиза, беги. Так, подлечились. Где она там, бежит? Бежит наконец-то. Не знаю, не бежит что-то она ни хрена. А, тихо. Так, не то, я удаляюсь от Лизы. Я не знаю, может она бы каким-то другим путем пошла, или она опять включила режим легкой прогулки этим вечером. А, ага. Типа вот будем срезать теперь здесь. Нормально. Молодец. Покорители! Прыгнись! Ты что? Мы побеждаем! Господи. Бейте по нему! Свобода! Ранено! Быстрей! Есть. То быстрее, то есть, непонятно. Ладно, беги. Опять лежит какие-то... Это точно какой-то ресурс, который я по какой-то причине не могу сейчас брать. Вот эти банки оранжевые.
Как будто с протеином банки. Куда теперь? Куда теперь? А, туда. О нет, упокоители! Беги к домику администрации! За ним! За ним! Давай, тварь, давай! Беги к байку, давай! Отлично, ну хотя бы музыка здесь не подводит. Тема и хорошая. Ух ты, дубина успокоителя. Успокоителя. Че, давайте дубину возьмем. А, нет, она хуже моей. Все. Все, ушли. Ты в порядке? Нет. Слушай, к югу отсюда, на Lost Lake, есть лагерь. Там не так, как в Hot Springs. Железный Майк не похож на миссис Такер. Ненавижу миссис Такер. Там ты не будешь одна. Это хороший лагерь. И там безопасно. Ладно. Держись. Вот ублюдки, они на лбу вырезали. Рики, ответь! Ты еще на этом канале? Лагерь Lost Lake, ответьте! Дикон? Давно тебя не слышала. Что тебе нужно? Короче, приезжай уже. На шоссе Каскейд, на пересечении Солт Белл на Проуд. Я сейчас еду туда. Знаешь, что сказал Майк в ту ночь, когда вы с Бухарем уехали? А, ну да, точно. Вот поэтому я связался с тобой, а не с Шиза. Майку не нужно об этом знать. Тут со мной девочка. О, что? Эхо. В смысле, девушка, выжившая. Она уже давно в одище. А ты нашел выжившую и хочешь привезти ее в Lost Lake? Это ты привезешь ее в Lost Lake, а я привезу ее к тебе. Рики, ну что? Да, ладно, я выдвигаюсь. Конец связи. Рики, ну да, рад был поболтать. Тебе там понравится, обещаю. Я говорю, Майк нормальный мужик. Любит поорать, но ты просто не обращай внимания, поняла? Ладно, там есть один тип, Шизо. Если он будет к тебе лезть, просто скажи Рики. Или скажи Эдди. Она у них за доктора. Вот, скажи ей. Эдди, она хорошая. У нее есть лекарство всякое там, чтобы обработать порезы, чтобы не было заражения, понимаешь? Они тебе помогут, можешь на них рассчитывать. Даже если ты, ну, даже если где-то налажаешь. Ладно. Надеюсь. Привет, Рики. Привет, Дик. Я удивлена. Такер перестала торговать рабами? Лиза, это Рики. Она отвезет тебя в безопасное место. Ничего не изменилось, Дик. Железный Майк тебе за это не заплатит. Да при чем тут? Я же не про... Разреши. Это же совсем другое. Дело же не в деньгах совсем. Угу. Просто забери ее, а? А что с ней, Дик? Ну, короче, ее поймали у упокоителей. И я... О, бог ты мой. Ну, Лиза... Привет, я Рики. Скажи, ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю. Больше всего на свете я люблю рыбачить. Хочешь, вместе пойдем? Да? Я расскажу тебе про Lost Lake. Знаешь, вода в нашем озере просто чистейшая, а рыба, ох ты мой, рыба на рассвете прямо скачет вот до сюда. Увидишь, там тебе очень понравится. Давай, держись покрепче. Готова? Большое тебе... Что ж там случилось-то? Почему ее не поблагодарят? За что ее не любит этот железный Майк? Что-то... Мы же с ним не знакомы, да? Я ничего не пропустил. А то я очень невнимательный порой.
Так, наполовину выполнено задание, а ты в безопасности. Ну что ж, хорошо. Должен был оставить там ее, где нашел. Все было бесполезно. Сюжетное задание, новая цель. Так, у нас новое очко навыков. Предлагаю продолжить вкладываться в чудесную рукопашную. Возможность оглушать обычных людей и фриков ударами с разбега несовместима с засапожным ножом. Возможность быстро вставать на ноги, выполняя перекаты. Дает шанс нанести решающий удар человеку, фрику или шакалу при использовании холодного оружия. По-моему, вот это клевая штука, если честно. Мне нравится. Ну и серия ударов тоже офигенно. Нет, давайте решающий удар, возможность решающего удара. Так, отлично. Чтобы атаковать противника в ближнем бою, нажмите R2. С каждой успешной атакой у вас есть шанс нанести крит урон. Чтобы нанести решающий удар, нажмите треугольник, когда отобразится соответствующая подсказка. Один раз у меня это появилось, несмотря на то, что у меня нету этого решающего удара и нету этой возможности. Может, она и так есть, но это типа увеличивает шансы на нее. Возможно. Бухарь, слышишь? Да, Дик. Я позаботился об Альварсе. Спасибо, брат. Она бы поступила так же. Да, ты прав. Конец связи. Приезжаешь по мосту, так и трын-дын-дын-дын-дын. Классно. Так, ну а сейчас мы направляемся по заданию «Все было бесполезно, весь мир против вас». Сюжетной линии пора в дорогу. Что ж, узнаем, что там. В принципе, довольно органично идут миссии, но все равно кажется небольшая что-то вот какая-то... Не то, что даже... Может быть, все-таки небольшая рваность повествования, но... Пока что не знаю, пока не скажу. Вроде бы нормально все. Но другое, что вот во время миссий... Слышишь, Вот Спрингс вызывает Дикона Сент-Джона. Такер, слушаю. Ты уже должен был вернуться. Нашел девчонку, Лизу? Нет, Такер, нет. Упокоители ее всю искромсали. Она не выжила. Вот сволочи. Она нам была нужна. Теперь еще дольше копать придется. Ну, взгляни на это с другой стороны. Одним едоком меньше, да? Приведи мне новых людей, иначе тут вообще никаких едоков не останется. Конец связи. Да ну тебя, Такер. Сейчас же этим займусь. Хорошо, что я все-таки поддерживаю Копланда. Заметили? Смотрите, сейчас остановлюсь. Сейчас тормозну. Годите. И как только я стартану, посмотрите. Небольшой откат назад, потом вперед. Реалистично сделали. То есть ты снимаешь с тормоза, он откатывается назад, потому что мы стоим на уклоне. И... Потом вперед. Ну что ж, поднимаемся наверх. Надо отдохнуть. Они идут. Они идут! Они хотят! Со мной пришли! Чёрт, Бухарь, ты чего? Нет! Ты как сюда попал? Эй! А ну не с места! Бухарь, это я! Не с места! Это Дик, успокойся! Если только рыпнешься! Давай поговорим! Убью нахрен! Спокойно! Ну-ка, дай пушку! Нет! Давай сюда пушку! Нет! Давай! Чёрт! Охренеть! Бухарь, ты охренел, что ли? Я слышал. Я голоса слышал. А только этого не хватало. Стой, Дик. Ты разве не слышал? Ни хера я не слышал. У тебя заражение крови. Да иди ты. Да сто пудов. Ты сам посмотри. Нахрена мне? Вставай, смотреть. Тебе нужна помощь. Да отвали. Вставай. Ну чё ты докопался? Ты извини, что я тебе чуть башку не снес.
Просто мне что-то померещилось. Но осторожно, ты, блин. Ступеньки. Да вижу я. Даю. Просто они у меня в голове были. Да, конечно, я понимаю. Я их слышал, Дик. Я их реально слышал. Шаги прямо в голове стучали, как будто сапоги тяжелые. Еще несколько ступенек. Хорохорился-то как, боже мой. Я мужик. Лекарство не нужно. Не надо меня держать. Я сам ходить могу. Я могу входить. Ладно. Я просто... Ага, давай, садись. Ехать надо. Стой. Ехать? Куда ехать, я не... Прокатимся немного. Тебе полезно будет проветриться. Проветриться? Да, это дело. Хорошее, воздухом подышать. И прям яйцами на мою дубину с шипами. Жесть. Что, надо отвезти его в Lost Lake? А куда? Пипец. Мы едем. Дик. Ты помнишь, как мы тогда выезжали из Фервелла? Ты помнишь? Да, я помню. Дороги были под завязку забиты машинами. Там было столько людей, и все куда-то ехали. Думали, они смогут спастись. Надо только гнать быстрее, надо только оторваться. Да. Только это все было бесполезно. Я уже это понял, они еще нет. К тому времени, когда они махнули рукой и пошли пешком, а потом побежали, было уже поздно. Да, слишком поздно. И я помню, как у меня на глазах тысячи фриков прямо волной хлынули на дорогу и накрыли всех этих придурков. Вау. Да, я помню. Когда видишь такое, понимаешь, что рано или поздно настанет и твоя очередь. И это никак не предотвратить. Хоть убейся, но... Ты знаешь, почему мы продолжаем бороться? Нет. Потому что ничего другого нам не осталось. Да. Ты что это делаешь? Да так. Ну-ну. Решил в люди выйти при полном параде? В общем, да. Надо же поздороваться, пивка выпить, а потом уж лазарет вальсировать. Ну, короче, просто борода задолбала. Да ладно, я просто стебусь. Дик, слышь? Майк сказал, что в следующий раз тебя убьет. А? Если сказал... Старик уже свое имя начал забывать. Не-не-не. Он вспомнит. Не засыпай. Мы съехали с трассы, но если шальный фрик заявится... Я... Ладно. Дик. Да. Только в лагере никого не убивать. Никого я не трону. Ты как? Офигенно. И что же это? Чё тупишь, пойдем обратно. Ты же слышал мотоцикл? Луномат какой-то. Чего ты меня сюда потащил? Мы должны охранять лагерь, а не шататься тут как придурки. Вдруг упокоители? Ага. Мы типа вдвоем с ними... Обнаружение. Узнав о вашем присутствии, противники начнут поиски с того места, где вас видели или слышали в последний раз. Чтобы избежать поимки, попробуйте незаметно уйти прочь или спрятаться в подходящем месте, например, в мусорном баке или кустах. Если первыми нападем... Да, это был действительно хороший, красивый, классный такой момент. Мне понравилось. Что-то до этого подобных не было.
Надеюсь, что YouTube по авторским правам пропустит эту песню, но если вдруг вы ее не услышали, знайте, это все проклятые копирасты заставили меня ее удалить. Ну что ж, друзья, мы с вами встретимся уже в следующей серии, где я попробую простелсить, а вернее не попробую, я должен простелсить, я не должен никого убивать, к лагерю и, конечно же, спасти нашего братишку. Ну а на этом у меня все, подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.